Привет, Good Game! Наконец-то вышла заключительная часть трилогии StarCraft 2 Legacy of the Void. За день до запуска мы побывали на закрытой вечеринке, посвященной этому событию, где нам презентовали коллекционное издание StarCraft 2 Legacy of the Void с подписями разработчиков игры и три коробочки, в которые мы сейчас заглянем. Так, в них оказались стаканы, посвященные трем расам StarCraft 2. Тираны, зерги. И стакан протусов. Отодвинем это все в сторону и посмотрим на само коллекционное издание. Давайте посмотрим, что там внутри. Начнем, наверное, с не самых важных вещей. Это музыкальное сопровождение к коллекционному изданию. Давайте откроем, посмотрим. Интересная коробка, сам диск и что-то там еще есть, какие-то арты, благодарности. Отложим в сторону пока. Давайте посмотрим, что дальше. Итак, это эксклюзивные материалы на DVD и Blu-ray. Давайте откроем. Коробка. Здесь находятся интервью с разработчиками, какие-то документальные серии о создании Legacy of the Void и какие-то интервью с комьюнити на тему сюжета. Все в стиле протосов. Очень красиво. Собственно, сам диск с игрой. Давайте откроем. Сколько здесь? Сколько дисков получается? Два диска. Паспорт. Бесплатные паки для Хардстоуна. Гостевой пропуск на World of Warcraft.
и скидка 25% на мерч с Store. Наверное, самая главная часть это, собственно, мануал по Legacy of the Void. Давайте его откроем. Первый луч тирана. Пояснение способностей. Хелбат, мародер. Мини-крипер. Гост. Ну, соответственно, и так далее. Интереснее, здесь цветные картинки в конце. Все. И внутри лежал постер с секретными материалами. Это, я так понимаю, что Mothership Core. Сама коробка очень красивая. Давайте еще раз покажу.
спасибо, что смотрели. Так вот, такой получился мини-обзор на коллекционное издание Legacy of the Void.